Водителя легковушки, который сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе в Братске, суд арестовал на 5 суток. Такое решение вынесли в связи с тем, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения, но продолжал ездить за рулем. Автомобилист признал свою вину, а ребенок с травмами находится в больнице. В больницах региона сейчас много пациентов с коронавирусом. Улучшить ситуацию может вакцинация, считают врачи. Поэтому прививочная кампания продолжается. В Иркутскую область поступила новая партия препарата «Спутник Лайт». Это почти 17,5 тысяч доз. Напомним, в конце прошлой недели наблюдался дефицит этого препарата в некоторых пунктах. Как оказалось, на него резко вырос спрос. Сейчас же в области есть 60 тысяч доз «Спутника Лайт». Обычно этот препарат используют для ревакцинации. Подойдет ли он в качестве первого компонента, в том числе пациентам, которые переболели COVID-19, но не обращались в поликлинику, может сказать только врач-терапевт. Главное – сдать тест на определение титров антител. Каждый случай индивидуален. На показания к прохождению вакцинации может повлиять как период с момента заболевания, так и количество антител в организме.